Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня в рензоне Hyundai Veloster 11 года выпуска, бензин. На пробеге этой машины 87 тысяч километров. Клиент обратился со стуками передней подвески и также проверки тормозной системы. В результате диагностики мы выявили действительно люфт рулевой рейки, износ тормозных колодок и дисков. Был демонтирован подрамник, снята рулевая рейка, сняты узлы с рулевой рейки. Сейчас рейка отправляется в ремонт. При этом будут заменены тормозные диски и колодки. Сумма ремонта составит для клиента 17 тысяч 10 рублей. По времени это займет 12 часов. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.